بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. У единобожия есть три вида. Первое – это единобожие Аллаха в Его господстве. Второе – единобожие Аллаха в Его божественности. И третье – единобожие Аллаха в обладании прекрасными именами и возвышенными качествами.